Hello, my kitties. Today. Перевожу. Всем привет, мои дорогие подписчики. Я вас очень сильно обожаю. Вы на канале Котик ТВ. И сегодня я посмотрю видео Крабика ТВ. Так как я ее просто обожаю. И сейчас вы посмотрите видео. Начинаем. Поехали. А сейчас мы продолжаем. О, яблоки созрели. Пора собирать урожай. Как ни странно, Эпплджек этим занимается. Она обожает яблоки. Не зря у нее кучи марка яблочки. Похоже, я собрала все яблоки. Угу. Это было проще простого. Что случилось? Кто разбросал и съел мои яблоки? Хей, детка, твои яблочки просто очумительные. Кто ты такой? Очумительный. Как ты смеешь портить мой урожай? О, полегче. Воу. Я знаменитый спортсмен Эквестрии. Очень странно, что ты меня не знаешь. Меня зовут Марк. Я хотел спросить, что делает такая красотка здесь совсем одна? Может быть, сходим в кафе, пропустим по стаканчику яблочного сидра? Я угадал. Я никогда, никогда не пойду с таким, как ты, в кафе. Даже ну да. Если на всей планете останется только один парень-пони. Ты еще пожалеешь об этом. Ты пожалеешь. Я не принимаю отказов. Тебе придется это сделать, а еще тебе придется убраться из моего сада. Ну да, как ни странно. Наконец-то мой пирог на конкурс яблочной выпечки готов. Ууу, как я устала. Пойду посплю. Конечно, Эпплджек любит похрабеть. О, Бэтмен! Мне кажется, этот пирог слишком сладкий. Эпичненько. Нужно добавить соли. Как ни странно, соли, везде соль, конечно. Друзья. Следующий пирог испекла чемпион Бонневилля прошлого года Эпплджек. У меня отличное предчувствие насчет этого пирога. Ну да. О, я так волнуюсь, так волнуюсь. Эпплджек, ты каждый год выигрываешь. В этом году ты обязательно победишь. Да. Опять он слезет. Опять ты. Ты видела, ты видела. Он посмотрел на нас. Твайла. Да все девушки от него тают. Кто и не заметил, что ты проиграла. И к тому же судье уже намного лучше. Хэй, Эпплджек, как дела? Дела были бы намного лучше, если бы кто-то не подсыпал соль в мой пирог. Не понимаю, о чем ты. Но раз уж мы в кафе, можно угостить тебя яблочным сидром? Ну да. Все, что ты можешь, это немедленно убраться отсюда. И, наконец-то, перестань меня преследовать. Не очень-то и хотелось. Угу. Эпплджек, ты что, знаешь Марка? Да, но лучше бы я его и не знала. Почему ты с ним так грубо разговариваешь? Потому что я никогда не видела столь заносчивого и противного пони. И к тому же он испортил мой пирог. Но ты же не можешь наверняка этого знать. Он бы никогда так не поступил. О, он такой красавчик. Любая пони из Понивилля мечтала бы встречаться с ним. Я не любая пони. И не за все деньги мира не стала бы ну с ним да. встречаться. Я так тебе завидую, ты можешь просто поговорить с ним. О, Рэрити, прекрати это. Да. Слушай, Эпплджек, ты могла бы нас познакомить? Нет, ради нашей дружбы.
Нет. Нравится, как обычно, влюбляет. Я тебя умоляю. Дай подумать. Нет. Нет. Продолжение следует.